jak dato raniše. Pili mi индивидуальный пальчик. Это хлопцам нравится весьма. Ну почему? Ляй-ля-ляй. Бля, надо пивко попить. А где мучиться, правильно? Одно вот установочку. Все, я собрался, у меня палочки с собой. Ага. А что, за все здесь стоял, что ли? Нет. Не знаю. Так-то, в общем-то, я дальше собрался. Везде все тело болит после тренировки. А, ну... Голова болит после бухалки. Да, это, наверное, с барабаном была или нет, или вы брали у него? Нет, все брали. Все, педаль, малый и железо. Ну, давай тогда я сейчас. Железо тоже брать, да? Да, конечно. Блять, предупредили, я прыгал бы железо. Сейчас, мы тебя каждый репетитор предупреждаем об этом. Ну, на дубровке-то вообще прыгал. Ну, ты Макс и жучара. Короче, да, у меня вот такой вопрос, на самом деле. Этот шкурный вопрос приехал. Короче, смотрите, какая хуйня. Тут получается железо стоит 350 рублей. Чего, блядь? С этой хуйней сей. Да ладно? Да. Чего, блядь? Вот это вот железо, это даже не полный комплект, блядь. Один крэш, блядь, и рай, блядь. Он сказал, 350 все стоит, блядь. Да ты же говорил, 100, блядь, писал в беседе. Когда? Вот в беседе ты писал, 100 рублей железо. А, ты писал про эту, про, блядь, чинчилу. Ну, разве это отсюда? Да, там-то, точно, там-то да, да, здесь 350 все. 350? Вы что, охуели, что ли, блядь? Ну это не я охуели, это, блядь, администрация этой базы охуела, блядь. Я согласен, дорого, но тут даже не полный комплект этого железа, но как бы... Не, ну просто, по идее, на самом деле, справедливо, если мы все скинемся за железо, блядь, и всю эту хуйню. Нет, это неправильно. Почему? А это должен барабанщик скинуть, блядь. Это будет правильно. Нет, ну... Один, два, три раза, ну хуй с ним, четыре, это да, можно, но постоянно, это извини меня, блядь, у меня тоже как бы с деньгами проблемы, у меня аванс... Блядь, у меня вообще практически нет, блядь, что теперь, не играть, что ли, блядь? Не играть тогда, а что делать? Как ты не играть-то, что? У меня вот, допустим, блядь, месяц, я вообще живу, блядь, можно сказать, блядь, и перебиваюсь, блядь, и, не знаю, блядь, там... Даже, блядь, скоро, походу, за фригой придется ходить, блядь, по этим, нахуй, блядь, просрочку, блядь, собирать, блядь. Не играть, блядь, а чё ты сам-то не, на репу я все время нахожу, блядь. Не знаю. Это для меня, как говорится, приоритет. Так, подожди, а замок-то, наверное, здесь был. Чё я вижу? Вот, блядь, замок, кстати, охуенный. И очень сильно похож на мой, блядь. Не, меня сон. Может, ты когда-нибудь его забыл? А вот может быть, он очень, наверное, очень прям сильно. Единственное, что от него эта хуйня, да, летела, но это ладно. У них что-то типа правил, без пяти мы уже должны выйти из комнаты. Да я Макс. Пробам позвучку. Уберу мне пизду. Ну смотрите, ну я смогу, бля, полтинник, бля, лишний скинуть. А если я скину больше, мне просто тупо на дорогу, блядь, не хватит. Ну, давай дорогу скинемся. А мне еще сейчас говорят ехать как бы на автобусе, потому что опять электричка. Макс, у тебя что с деньгами, скажи? Могу скинуть на карточку, блядь. Ёбаный в рот, приехал порепетировать, блядь. Где-то я уже это слышал. В смысле? Как тебе третий раз, блядь, на карточку скидывают, Макс? Могу. Не, Макс, ты, если у тебя вообще нет денег, с ними беда, ты скажи сразу, обозначь. Нет, ты просто так, да, говори. Ты просто обозначь, мы будем просто другие варианты думать, если у тебя вообще там... Ну... Иди ты нахуй, блядь, другие варианты думать отводят, блядь. Ну я тебе говорю, как есть, бля. При смысле иди нахуй, блядь. В прямом смысле я буду играть, блядь. Нет, я имею в виду. Блин, у меня даже тоже слышишь. Меня, блядь. Вот ты меня сейчас так же слушаешь, как ты слушаешь, блядь, трек, ёпта, блядь. Поэтому ты и пропускаешь. Не, я трек лучше слушаю. Ну я заметил. Так сколько надо? Макс, ты давай не уходи от вопроса. Ты, если у тебя есть возможность платить, говори сразу. Если нет, говори сейчас. Смотри, давай. Репетиции, я тебя закрыл. По
150 каждый. 200 рублей хватит? Предыдущий, правильно? Короче, ладно, сейчас да, я тоже сейчас я близко смогу скинуть на карточку. Да, равно придет 150. А за диету? Блядь, у меня больше просто тупо... Не, ну ты скажи, потом, потом, значит, потом еще что-то. Ты просто я не знаю, как-то. Это вот они пусть решают. 50, если вот, мне прийти должна до 30-го числа, до 1-го числа. До 1-го числа. Ну, короче, с 1-го числа тогда ты за меня закрывай. Не вопрос. Можно и так даже делать. То, что ты только не пробухай сразу пенсию, а то, блядь, ты пробухаешь блядь, сразу и скажешь. Интересно, как это можно сразу прям пробухать? Ну, блядь, я тебе покажу, могу, хочешь? Я тебе покажу. Вот смотри, мы, короче, с Виталиком по 2 сотки. Мы с Виталиком по 2 сотки. Я пошел. Сейчас вниз. Надо бежать просто. Давай. Ну, давай. Куда ты там пошел? А с группой постоять? Так, а что у нас? Подождите, вы убегаете сейчас. Это 300. Вы по 150 скинули или по 200? По 200. По 200. Блять, а налички нет ни у кого? Я полтос на дорогу остался. Это все, у меня там мелочи еще полтос. Блять, это просто сейчас... Это бесполезно. А я что-то у него там... Паша, блядь, ебать, меня еще экраном сделали, блядь. И зачем говорит Паша? Как будто он меня знает, блядь. А ну, не знает. Паша говорит, блядь. Ну, может, знает. Ты же здесь требуешь. Не, Макс, смотри, ну ты же на пиво находишь, блядь, откуда-то на сигареты деньги, правильно? Значит, у тебя есть возможность, это же логично. Ну так, ну если в следующий раз будет положить. Я просто иногда. Думаю, если бы ты детствовал, у тебя бы на это бы не было деньги, на алкашку. Просто ты обозначишь сразу, и все, блядь, ебать, все. Мы уже с Дэном сейчас обозначим, блядь. Ну все, то давайте тогда все решим. Просто он сейчас за меня поскидывал за репо. Получу пенсию, буду я за него скидывать. Подожди, а ты не работаешь или работаешь? Вроде я работаю, что-то... у меня сейчас на кредит, на наследство, блядь, все уходит, вот что. На кредит? Нихуя себе. Так-то, блядь... Подожди, а что за кредит? Ты хорошо ли кредит делал? Короче, папа с чего-то взял, только лишь умереть. О, блин, ну это, конечно... Это так, что у нас.